упекут тебя, братец, на север, иконки подновлять за язык твой. Что, не прав я? Сам же всегда говоришь, про что думаешь. Так что же мне? Я человек мирской, свободный. Сергей, давай сюда! Сейчас! Разжигайте пока костер! Фома, ты что там? Пойдем за дровами. А Петр-то ни Успенского, ни Дмитриевского собора не видал ни разу. Ничего, полазит по лесам, помашет кисточкой, поймет, что к чему. Да, не успеем. Ничего, завтра будем. Да нет, до холодов собор расписать. Июнь уж скоро. А, Андрей? Ты чего? А? Погоди. Слышь? Соловей. А больше ничего? Идем. Что это? Идем же, идем. Колдует. Андрей! Андрей! Куда ты?
Ты где был? Ты где был-то? Лиса тут не в пролаз. Ободрался весь. А здешним мило. Привыкли. Все ведь от привычки у людей. Старикам, небось, и думать не надо. У них день с утра сам катится по заведенному. А может, нет. Может, им как раз отрадно все тянется от утра до темно, и конца нет. Эх, ты посмотри, на кого похож ты. Весь царапан и весь в синяках. Перед учениками не стыдно? Пораньше-то прийти не мог, что ли? Да нет, не мог. Твой грех, твоя совесть, твои молитвы. Зачем ты, а? Зачем ты их? Затем, что в Бога единого не веруют, не чтут язычники проклятых. Не смотри, Сергей. Слышь? Не смотри, нечего тебе смотреть. Слышишь или нет, что говорю? Князю вашему! Не надо. Пусти. Пусти его, пусти его. По воде, по воде загонят. Замотал. На беде, не балуй. Лихать. Помоги! Федор! Федор! Эй, да вы что, мужики, дайте ему! Маму заломать не может. Врешь, не торопись. Да куда ты? Она тебя утопит раз. Thank you.